пожалуйста. Уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, для меня большая честь вручить премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди высшую государственную награду Российской Федерации – орден святого апостола Андрея Первозванного. Это старейший орден, который учрежден более 3 веков назад российским императором Петром Великим. Согласно статуту, им награждаются видные российские государственные, общественные деятели и лидеры зарубежных стран за выдающиеся заслуги. Мне доставляет особое удовольствие вручить эту почетную награду именно здесь, в Кремле, в подобающей статуту ордена торжественной обстановке. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, награждение вас орденом святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами. Вы всегда активно выступали за расширение контактов с нашей страной. Еще, будучи главным министром штата Гуджарат, выдвинули инициативу установления побратимских связей с российскими регионами, в данном случае с Астраханской областью. Находясь уже 10 лет во главе правительства Индии, вы реально способствовали тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономической и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса. Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе наши страны отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права. Совместно работают в интересах обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности. Тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, хотел бы от души поздравить вас с высокой российской наградой и пожелать вам здоровья и успехов, и всего самого наилучшего, а дружественному индийскому народу мира и процветания. Благодарю вас. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индии и дружественных связей между российским и индийским народами орденом святого апостола Андрея Первозванного награждается Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Республики Индии. By the degree of the President of the Russian Federation for the outstanding contribution to the development of the special and privileged strategic partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia, the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. Ваше превосходительство, дорогой друг, президент Путин, я хотел бы выразить сердечную признательность за честь, которая была мне удостоена
когда мне был вручен этот высочайший орден Российской Федерации. Этот орден принадлежит не только мне. Это честь, которая была предоставлена 1 400 000 жителей Индии. Это также признание вековой дружбы, а также взаимного доверия между Индией и Россией. Это также признание нашего особо привилегированного стратегического партнерства. Ваше превосходительство, за последние почти 25 лет под вашим руководством отношения России и Индии укрепились во всех областях. И каждый раз мы наблюдаем новые вехи, новые высоты, которые мы берем в развитии стратегических отношений между обеими странами. И основания для этих достижений были заложены именно вами. Отношения процветают, и по мере того, как течет время, только укрепляются. Наше взаимное сотрудничество основывается на партнерствах, устанавливаемых между людьми. И такое партнерство превращается в надежду на лучшее будущее для наших граждан. Более того, это становится залогом будущего наших граждан. В рамках наших сегодняшних переговоров мы приняли новые важные решения, направленные на дальнейшее укрепление взаимного сотрудничества во всех областях. Наши отношения крайне важны не только для двух наших стран, но также имеют большое значение для всего мира. В глобальном контексте сегодняшнего дня Индия и Россия, их партнерство приобретает новое значение. Мы оба убеждены, что необходимы дальнейшие усилия для того, чтобы обеспечить глобальную стабильность и мир. В будущем мы продолжим работать сообща над достижением этих целей. Ваше превосходительство, позвольте от имени 1 400 000 жителей Индии вновь поблагодарить вас, правительство Российской Федерации, а также народ Российской Федерации за честь, которой я был удостоен. Благодарю вас. Дамы и господа, церемония завершена. Ladies and gentlemen, the ceremony is over.